Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Арбитражный суд Москвы обязал рэпера Егора Крида выплатить более 1 миллиона рублей организаторам несостоявшегося концерта в Крыму. Речь идет о концерте, который должен был пройти летом 2021 года в ялтинском ресторане «Чайка» на пляже. Выступление было отменено из-за ковидных ограничений, однако артист отказался возвращать организаторам полученный аванс в размере 1 134 тысяч рублей. Организаторы подали на Крида в суд, однако артист подал встречный иск. Спустя полгода разбирательств решение было принято в пользу организаторов концерта. Теперь Крид должен вернуть своим оппонентам неосновательное обогащение, а также процент за использование чужих денег – еще 14 тысяч рублей. Судебное решение еще не вступило в законную силу. Менеджеры артиста не исключают подачу апелляции. Вот такие вот новости. А что вы думаете по этому поводу? Нам интересно и важно ваше мнение. Напишите в комментариях. Вы смотрели Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.